Оркестр гремит басами на весь Экоград. Жители Куйбышевского района День города встречают яркой концертной программой, ярмаркой и награждением жителей за успехи в труде. Звучат аплодисменты и в честь победителей конкурса «Волгарь твоей мечты». Это масштабная экологическая акция с призовым фондом в 1 миллион рублей. Жители убирали, расчищали и облагораживали территорию района. На этих участках будет в дальнейшем благоустроенный парк, где будут гулять семьи, жители нашего микрорайона. Отличный подарок для горожан подготовила и администрация Куйбышевского района. Успехи в благоустройстве успели оценить все жители. В этом году мы отремонтировали усилиями города и области улицу Народную, улицу Белорусскую. Значит, отремонтировано 3 внутриквартальных проезда. Это Калининградская, Медицинская и Центральная. Ну и самое главное, это сейчас у нас на стадии высокой готовности стадион «Нефтяник». И продолжается реконструкция Дома культуры «Нефтяник». Поэтому, я думаю, стадион мы в этом году запустим, а ДК «Нефтяник» сдадим в следующем году. Соответственно, получим полностью и спортивный, и культурный объект, обновленный и новый на территории района. Завершился праздник фейерверком. Юлия Черняева, Дмитрий Мешканцов. События.